Слушайте, привет, давайте сразу, у меня есть претензия. Мое прошлое видео, универсальный дис, оно никуда не попало в тренды. Вы че, ку-ку? Вы того? Вы совсем? Как так нахуй? Тарас! Даже Хованский был со своим дисом на Соболева, который не то что, блядь, не пах трендами, он просто... Ютуб, ты довыебываешься, я же начну готовиться. Я же реально начну записывать видео трезвые, начну писать смешные ролики, и тебе... Я же разнесу тебя, я просто перестану вкалывать каждый раз перед записью видео, по вене себе запускать 2 кубика гречневой каши. И я просто начну быть вкусненьким, ароматным, обалденным, юмористом. И ты просто офигеешь. Ты меня сейчас не замечаешь, YouTube. Я все понимаю. Может, сейчас тренд хуйни? Привет. Я такая же хуйня. YouTube, алё, блядь! Пообщайся со мной. Говорю, как долбоёб один в комнате. У меня зрителей нету. У меня единственный зритель, вон, видите, в отражении. Видите, вон, сидит, бок, слушает меня. Сейчас я в телефоне прочитаю. Текст, который надо говорить, пиздец тебе, YouTube, я начну готовиться. Все, кто занимается юмором, я просто всех нагну, YouTube. И поперечного твоего любименького. Я на самом деле использовал твое имя вначале просто, чтобы привлечь внимание к видеоролику. Просто ляпнул, не подумал. Просто отсасывай, выступай в клубах в сраных. Ты, блядь, там 6 тысяч набрал человек, блядь. Давай, дружище, увидимся. Бля, повесил трубку уже 2 минуты назад. Ну ладно. И клик-клак твой вшивенький. Да блин, просто ляпнул, не подумав реально что-то. В любом случае, я хочу просто, раз уж повод созвониться получился, хочу сказать большое спасибо за возможность посниматься у вас и возможность поучаствовать в зашкварных историях. Повесили уже 5 минут назад трубку, ну ладно. Все, кто занимается юмором в интернете, сейчас просто отсосут. Big Russian Boss, он будет просто сосать мой Big Russian Ball. Прикинь, я когда, короче, записал, когда уже выложил видео, и тогда только понял, что ты эту фразу Big Russian Ball пел в своей песне. А вот этот новый сейчас слышал, ошуительная хоу Харла с батрухой. Бля, это даже не смешно. Реально, взрослые мужики, им каждого по 54 года, рядом какие-то вокруг них бабки. Я вам скажу так, Харла и Батра, у них столько бабок у самих, я вам скажу, да, что вот эти все бабки просто сосут у их бабок. В смысле, все бабки России обиделись за эту шутку про бабок? В смысле, извиняться? Извиняться перед бабками, что ли? Да блин, что происходит-то? А если я не буду? Дождь от меня, да? Разжег вражду между бабками, да? А если сказать, что я тоже бабка? Ну да, что я тоже бабка. Короче, я сейчас подумаю, что делать. И вы пока посмотрите видео у меня новое, короче. Стендап. Кто может помочь? Никто? Давай ты выглядишь поприличнее. Ты... Спасибо. Ты просто, знаешь, ты так пухлее, если начнешь убегать, ты там запнешься в голове. Это тарелки, хуяк, через одного, через второго, ты, блядь, а, блядь, зацепишься боком, блядь, за дверь, пиздец, хуяк, пол стены нет, 100%. Видел там оборванные углы, такие, как ты, убегали, с телефонами. Пиздец, да, разъебался? Да, блядь. Во-первых, что-то случилось у вас? Вот, ты все-таки так умеешь? Вы просто меня тут не видите, она сидела вот так вот. То есть, типа, знаешь, как будто бы ты, типа, в программке было написано, что будет выступать артист МХАТа! Ты сказал ей вообще, куда ведешь, да? А, на меня пришла? Хуя, блядь, у тебя запросики? Особо ли будет, выходит! С кем уже знакомились? Поднимите руки. С кем уже? Вы. И ты. А что ты отдал им телефон? Топ не делается, братан. Ты вообще... Ну, ты, а что, рука болит, да, правая? Ты один? Одинок? Да, ребят, Соболь, ты бы знал, что я держал сегодня утром в правой руке. Твой телефон вообще такой огромный, да? А он, видишь, он нормальный. Видишь, у него писем побольше, чем у тебя, видишь? Ладно, так, добрый день, здравствуйте. У вас такая шляпа интересная. Сними, пожалуйста, ее, будь другом. Можешь снять? Добрый вечер. Вы к нам на зонтики прилетели? Есть какой-то? Как вас зовут, простите? Они. Они? Безумно красивое имя. Правда, это так и назвали? Я армянка, армянское имя. Ой, как красиво, они. Я думал, так называют только тех, кто сидит в лифте. Ну, типа. А это
как оказывается. А есть у вас имя, типа, эти нахуй, ну типа. Эти нахуй, они. Очень красивое имя. А чем вы занимаетесь, Аня? Вы одна, кстати? Я просто не вижу. Может, у вас несколько в кофте сидит? Самое красивое сверху вытолкнули из горла. А эти толстые по бокам в рукавах такие. Давай, отдувайся! Они, простите. Вы, это вы тоже они? Или у вас есть? У вас другие имена? Ой, любопытно, как у вас? Как вас зовут? Меня? Диана. А вы? Юлиана. Ой, вы так и сели. Они, Юлиана, Диана. Пиздец, давай распределено. Интересно, интересно. Они, а чем вы занимаетесь? Что вы делаете? Я из Москвы, учусь в РУДН. О, РУДН, я знаю. Я курс лингвистика. Лингвистика, какой язык? Испанский, английский. О, очень хорошо. Испанский, английский язык. А как будет писька по-испански? Вкусно, я имею в виду? Ну, как... Нет, я же не знаю, как туда поступают. Ну, то есть... Честно, не знаете, да? Я думаю, так же, как по-русски. Ну, в смысле, не по вкусу, а по... Потому что я не знаю, как по-русски, писька по-русски. Как вы писька по-русски, вы знаете? Вы так смеетесь, типа, а, не знаю, что. Ты бы знал? Вы познакомились? По-любому, с тобой вообще грех не познакомиться. Потому что ты выглядишь, знаешь, вот как тот, который чем-то пиздец болел, серьезно. Просто чем-то таким, что вообще просто твои анализы посмотри, такой, он чище шевелится! Ты такой, да, я вот здесь, давай там, типа, давай его погром в ту комнату и засыпь комнату марганцовкой. Просто так, пусть пропитается, может, эта хуйня выйдет. Все, тебя закрыли на месяц, ты там пролежал, уже про тебя забыли. Говорит, надо в этой комнате сделать колясочную. Открывают, и там ты такой, типа, по-моему, мне легче. И вот ты сразу же сегодня вышел из комнаты и хуйнул на этот стул сейчас. Реально, то есть, ну ты, нормально все? Да, все хорошо, а вот я умею. Ну ладно, хорошо. Так, ну ты, как тебя зовут? Федор, нормально, имя нормальное. Так, хорошо, давайте еще с одним познакомимся. Ты с ним... Так, теперь ты отдал ему, да? Тяжело держать, да, что-то такое, типа, что весит 100 грамм, да? Там лучше ракурс. Что ты говоришь? Ракурс лучше. Там лучше ракурс? Да. А ты в вашей паре отвечаешь за ракурс, правильно я понимаю? Игорь, ты можешь так, чтобы твоя голова была в ту сторону? А, все, конечно. Тут ракурс лучше. Нас камера снимает оттуда. Хорошо. Так, давайте еще. Так, у нас здесь есть они, есть Федор, да? Нужно что-нибудь такое попроще. Как вас зовут? Да. Самвел. Федор, ты, походу, тут самый простой, понимаешь? А есть кто-нибудь R2D2? Такие имена. Пойдут сейчас? Хорошо, Самвел, как у тебя настроение? Отлично. Ты с девушкой своей? Да. О, это твоя супруга, да? Нет, девушка, пока девушка. Пока еще девушка, да? То есть, возможно, найдешь что-то поинтереснее. А скажи. Уже нет? А, ну то есть ты как бы больше, как бы вот такой ты останешься. Хорошо. Что она-то найдет. Окей. Так, Самвел, что ты делаешь в этом чудесном городе? Ты здесь живешь? Нет, отдыхаю. Я тоже из Москвы, тоже армянин. Ой, замечательно. Ой, здесь какая-то диаспора, да, какая-то? Ты учишься в... Можно тогда вопрос, как я спрашиваю всех людей из Армении, какова на вкус писька испанская? Вы из одной истории, нет? Нет, да? А ты чем... Ты учишься где-то или работаешь в Москве? Да, учусь и работаю в университете. О! А нахуй ты учишься? Ты уже работаешь. Я учусь. А, ты уже не учишься? Нет, ну я такой типа учусь, не учусь. А, учусь, не учусь, но работаю. Но и работаю. А как так получилось, извини, это какой-то очень плохой институт, где как бы не важно, что делает человек? Нет, правда, то есть это какой-то типа такой полувуз, полу типа, блядь, пекарня. Где Самвел? Надо учить. Да он пекет языки, блядь, слоеные. Как это устроено у тебя? В общем, я начальник отдела культурно-массовой работы. О, офигенно. Так, ты главный. Я так думаю. Так, так. И ты не учишься, у тебя уже связи. Да. Ага. Я же армянин.
Нет, ну это удивительно. На самом деле, вот Самвел, он типичный представитель человека, которому, в принципе, для того, чтобы устроиться в жизни, не нужно иметь хорошие профессии или хорошего образования. Потому что он уже, вот вам отсюда не видно, но вот он выглядит как... Федор, ну вот не обижайся, но... Ну реально, вот если вас двоих вот так вот, знаешь, если бы были торги рабами, знаешь, как раньше было? Так, подходит так, зубы посмотреть, блядь, жопу пощупать, знаешь, типа... Его бы щупали очень долго, понимаешь? Вы щупали жопу, смотрели бы зубы, типа что, типа там, как-то так... А тебя бы, типа, сразу, типа что, ну пойдешь на стропон тебе, привяжем тебя. Нет, руки за лентой связали, так обхвати ногами, ну и вперед, типа, понимаешь, типа, пиздец, пошел там стрелять. Ты снимаешь все? Ну вы там вообще нормально там передаете друг другу. Я не про телефон сейчас, я про... Ладно. Итак. Спасибо большое. Ну все, подписывайтесь на этот канал, делайте лайки, не делайте дизлайки, приходите на мои концы стендап-выступления в разных городах, будет здорово, если хотите, чтобы я приехал к вам, то внизу есть ссылка, там номер телефона человека, который организует мои концерты. Все, пока, удачи, давайте.